пешкуха. Если нас будут смотреть за рубежом, ты переведи, скажут, ты переведи вечно, слово пешкуха, вечно эти одесситы, вечно эти одесситы. Риточка, Сюй, иди, будем загадывать желания для Костина. Где Маргарита ходит? Вот Маргарита. Теперь Костин будет загадывать желания. А я расскажу несколько слов об этом удивительном человеке, который действительно, скажем так, внес лепту в эту экспозицию для Маргариты, Татьяны Маргариты. А для нас это друг галереи «Ракурс», который нам всегда помогает и который, конечно, известен в городе не только своей коллекцией, но и добрыми делами, дорогой к дому. Да? Есть такой благотворительный фонд, который в помощь людям. Расскажите несколько слов о картинах и о вашей связи с этим. Ну, я скажу, что те картины здесь, которые выставлены здесь, они, в общем, не для текста. Они сами по себе говорят о себе достаточно сильно. Это два совершенно как бы разных художника, но значение у них, я бы сказал, равное. И это два человека из мира иных. О, то, с чего мы начали. Да, это другие люди. Да, и они вне мейнстрима, вне потока. Они сидят на берегу и периодически приглашают нас к себе. Когда-то меня так пригласил. Когда-то меня пригласил так Костюченко, и я с удовольствием, ну, побыл с ним некоторое время. И скажу, что вот возвращаясь к тому, что здесь происходит, оба эти авторы достойны того, чтобы их показывали. И чтобы о них писали. Я вот прочитал этот замечательный текст, который сделал Виктор Солодчук, да, используя цитаты Костюченко и цитаты Геши Подвойского. И, ну, просто замечательное творение. Я скажу, что нужно приглашать сюда людей, люди должны увидеть настоящий одесский андеграунд. Спасибо. Спасибо большое. Костин еще любитель камней, я смотрю, у него опал в ухе, чудесный камушек такой. Костин очень необыкновенный человек. Я вам скажу, что он, конечно, по достоинству может оценить необыкновенных людей, равных, наверное, ему же по духу. И хочется только сказать, что эти люди, они за гранью понимания. Они пограничники. И недаром они иные. То есть они уже смотрят на нас с высоты, а мы смотрим на них через призму их творчества. И их многоплановость, и их заграневость, их безграничие – это нечто. Сейчас я хочу сюда Бакуменко, Сережу, пригласить. Спасибо большое.